Впервые за весь период пандемии отмечается снижение заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах. Об этом на оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. Заболевших гриппом по-прежнему не зафиксировано. Такая картина наблюдается в области впервые за много лет. Как отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, в больницах лечится порядка 3300 пациентов. Те, кто проходит лечение амбулаторно, обеспечены бесплатными лекарствами. Их запасов хватит более чем на месяц. Также сократили на 466 резервные койки, которые были у нас, и, соответственно, там возобновлена плановая работа по оказанию терапевтической помощи преимущественно. Продолжается вакцинация от коронавируса. В области работают 145 прививочных пунктов на базе 63 медучреждений. Суммарно в область поступило более 161 тысячи доз вакцины. На днях в медицинские учреждения распределили еще одну партию – 6600 доз отечественного препарата «ГамКовидВак». В ближайшие две недели ожидаются новые поставки. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что поступающие партии вакцины нужно использовать по максимуму, сохраняя небольшой неснижаемый запас. У нас вот уверенность есть, 7200 нам в течение 5 дней обещают, поэтому активнее используйте вот эти вакцины. Когда чувствуем уверенность, у нас расписано это 5 дней, 5-7 дней, четко нам коллеги дают федеральные. Значит, давайте мы не снижаем остаток, вы определите, но, наверное, там 3-4 тысячи вполне достаточно, 11 тысяч избыточный запас. Участники оперштаба отметили эффективность ограничительных мер на территории области и решили продлить запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения взрослых, а относительно самоизоляции граждан в возрасте старше 65 ввести рекомендательный характер. Виктория Шарая, события.